Всем привет! Вы находитесь на канале Quality Motors и с вами, как обычно, Юрий. Сегодня в нашем выпуске будет проблема, распространенная на автомобиле Mercedes. В данном случае у нас Mercedes в 222-м кузове с двигателем 3 литра дизель. Это рядная шестерка, и у нее распространенная проблема. Проблема с распредвалами, про которые мне любезно согласился рассказать наш высококвалифицированный специалист по данным автомобилям Роман. Расскажи, пожалуйста, что случилось? Это у нас новый двигатель, а что со старым двигателем случилось? Проблема какая? Ну, значит, ситуация какая? Обратился клиент с такой просьбой выяснить, откуда идет посторонний звук. Значит, при проведении дефектовки было выявлено следующие проблемы. При демонтаже постели распредвала обнаружились сломанные рокера, что в свою очередь повлияло на работоспособность самого распредвала. Рабочая поверхность курочков распредвала была повреждена, соответственно, из-за этого пострадал сам выпускной коллектор, он прогорел. А как так произошло? Это распространенная проблема же, да, на данный двигатель? Да, на этих двигателях эта проблема достаточно часто встречается. И встречается она примерно 150 тысяч пробегов. Ага. То есть есть смысл вообще восстанавливать это все, делать? Или проще всего купить двигатель? Клиентам было принято решение поменять двигатель. Он приобрел двигатель с заднеприводного автомобиля. Он был немного модернизирован, его переделали под полный привод и будут устанавливать на автомобиль. То есть двигатель пришел с заднеприводного Мерса, будем устанавливать с нашими модернизациями уже полноприводную версию. Клиенты Quality Motors и так прекрасно знают, что наш сервис – это хорошее место. Но теперь у нас есть официальное подтверждение от Яндекса. Благодаря вашим высоким оценкам нашей работы мы получили специальную наклейку, подтверждающую, что Quality Motors – это хорошее место. Доверяйте свои автомобили профессионалам и обслуживайтесь в хороших местах. Quality Motors. Итак, Рома, скажешь, что за модернизация? Многие просто не понимают, что это такое, поэтому надо рассказать. Но модернизации были в следующем. Был заменен поддон двигателя. Ага. Переделана немного проводка. Были заменены подушки двигателя с опорами. Сало случилось. Почему это происходит? Как это избежать вообще? Ну, вот просто навскидку, не гонять, заливать масло. Все зависит от того масла, которое заливают в двигатель, и от манеры вождения. И как часто его меняют еще, да? Да. Ага. Ну, тут видно по этому двигателю то, что масло в этом двигателе не очень часто менялось на лету, на самом распредвале, на самом блоке. Угу. Ну, и этот автомобиль был еще зачипованный. А, даже так? Да. То есть все-таки миф о том, что если машину чипануть, и с ней ничего не произойдет, опровергнут. Так как, вот вам наглядный пример. Старый двигатель, новый двигатель. Что еще добавить-то? Ну, в принципе, мне добавить больше нечего. Это у нас такой быстрый экспресс, скажем так, обзор был на проблему 222-го Мерседеса с двигателем 3 литра дизель. Так что имейте в виду, меняйте масло как можно чаще, а это порядка раз в 10 тысяч. Да. 10 тысяч. С вами был Юрий, помогал мне Роман. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий. Всего доброго, пока, удачи на дорогах.